Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что ж, мы с тобой в золотой лиге, 26-й у меня ранг. И я хочу сегодня поиграть, знаешь, за кого? За нашего новоиспеченного героя, Заморозга. Ну что, попытаемся, у меня даже, видишь, тут написано «Арена». Ух... Если честно, я пытался, ребят, пытался за него поиграть, но пока не могу привыкнуть. У него нету хила. Это вот самый первый и большой недостаток, что я не могу захиляться. Так, ладно, оставим пока такие карты. Соперник вытягивает. Блин, мне еще дали эту шляпу ночную. Что-то как-то не в тему, если честно. Так, а что у меня эта девушка делает? При появлении... Ага, заморозка растения. Заморозка растения. Блин, ну, предположим, я ее поставлю. Что он будет делать? Во как, да? Блин. Ну ладно, заморозим и уничтожим. В плане, блин. Ты же... Я, наверное, неправильно понял. А, на ландшафте, друзья мои. На ландшафте при появлении срабатывает заморозка. Вот оно что. Ну, давай попробуем тогда сделать кровожадность сюда поставить. Что он? Грибочек. Ой, мне это не нравится. Что-то он тут хочет замутить. Угу. Улучшил, да? Блин, ну в любом случае моему зомби-крышка. Тут как ни крути. Эх, жаль. Так, ну что, мы тогда сделаем с тобой, наверное... А вот этого. И поставим охотничьи угодья. Но это уже будет после. После того, как он появится из этого надгробия. Да блин. Как насчет сыграть? Да я бы в принципе не против. Давай сюда мы, наверное, бросим. Так, ну здесь обмен произойдет. Это 100%. Так, есть у меня Гаргантюа. Ну, я не знаю, давай вот сюда, наверное, поставим его. Этот гриб в любом случае отдуплится. Если, конечно, он его не усилит или еще что-нибудь не сделает. О, поменяет. Так, ну мы с тобой тоже можем поменять. Хе-хе-хе. Так, ну что, мы будем с тобой... Блин! Честно говоря, не очень-то хорошо мы с тобой сделали. Мы сейчас этому дадим возможность, ну да, сделаться на 3 к атаке. Так, ну эту грибную поляну я должен убрать отсюда. Вопрос только как. Вопрос только как мне это сделать. Сундук ставить будем или нет? Нет, мы не будем ставить сундук с тобой. А ведь он сейчас начнет здесь рассаду свою, да? Хорошо, у нас есть с тобой вот такая вот заклинаха, которая будет уничтожать... Опа, опа, опа! Это что за фруктик такой у нас появился? Кто ты такой, родной мой? А, рикошет зомби. Хм. Но если я сделаю, например, вот так. Да? И сделаем с тобой вот так. Устроит? Ну-ка попробуем. Угу, на тебе еще в лицо. Так, наш Гаргантюа. О, зомбобот. Слушай, ну это великолепно. А если я вот так сделаю? Ну этого он, конечно же, может бомбануть. Наносит 3 единицы урона. Я не удивлен. Дальше что он там? Опять меняет ландшафт, а? Ты посмотри. И сейчас еще так... Нет, не стал он ставить никакого грибочка. Это хорошо. Это с одной стороны, да, это, конечно, хорошо. Но с другой стороны, ребята, у него 3 карты, а у меня... Все-таки у меня перебор. Давай мы с тобой, наверное, знаешь, что сделаем? Поставим сюда сундук, это раз. А во-вторых, сразу же сюда нашего Йети. Причем очень хорошую он мне дал карту. Акулу.
Ну что, будем смотреть. Наверное, сейчас уничтожит мне Йети. А, вот как он решил. Все-таки медика уничтожает. Немножко обидно. И заморозку. Слушай, грибок, а по-моему тебе крышка настала. Тебе так не кажется? Я не буду здесь ничего тратить. Потому что в любом случае он уходит. Все. Ага. Слушай-ка, у нас есть... Ну давай вот так вот сделаем. И вот так. Что нам Йети достанет? Воу. Брат заморозка, да? Команда 5-2. Интересно. Так, здесь еще эту фигню на воду поставил. Ну что же. Предположим, ребята, у него 10 хп. Он сейчас еще карту вытянет, да? Или не стал? Не стал, ребят, вытягивать он почему-то. Так, у нас есть водяной. Вот сюда мы ставим, да, с тобой? Ну и, пожалуй-ка, вот этого вот снежного Йети. Замечательно. Ну-ка, посмотрим, что он выставит. Твою ж налево, какую-то фигню поставил. Ха-ха-ха. Ладно. Предположим. Поехали, ребята. Ага. Так, ну с этим мы разберемся с тобой. Так, этот у нас улетает. О, как прекрасно. Ты посмотри. Мы можем с тобой сделать вот так. Вытянуть карту. Опачки. И можем с тобой сделать вот так. Но опять же, это еще не все. Мы сделаем вот так. Еще две энергии у нас с тобой остается. Две энергии. Так, все растения на земле получают -1, -1. Шикарно. Я уже, кстати, придумал, что мы сделаем с тобой. Опа! Виноградинка, ты посмотри. А ну-ка, давай-ка вот так сделаем с тобой. В любом случае, виноградинку мы уничтожим. Верно ведь? Конечно, уничтожим, друзья мои. Потому что здесь индюшка с кровожадностью. Она-то как раз и уничтожит. Ну, получим мы с тобой 5 в лицо. Да и фиг с ним. Давай. Пумс. Он вытянул карту, да, таким образом? Так, что он будет делать? У него наверняка сейчас... Ага. Два шампиньона размещает. Это тебе не поможет, парень. Ты в курсе? Это тебе не поможет. Я сделаю вот так вот. Нормуль? Нормуль. И поставим с тобой еще сюда Йети. Ну, я думаю, что все. У него нету тут шансов на победу. Или еще на что-нибудь. Даже если он чудом каких-то подобьет мне этих, этот свое дело сделает. Пробьет. О, молодец, красавчик. О, ты посмотри, что у него, а? Ты посмотри, как он тут выкрутился. Ладно. Еще прикинь, проиграем мы с тобой. Вот будет веселуха. Я тебе еще раз говорю, большой недостаток того, что заморозок не может отхилиться. Понимаешь? Он не может отхилиться. И я могу предложить... Слушай, давай сделаем, наверное, с тобой вот так вот. Предположим, да? Дальше мы сделаем с тобой... Вот так. Вытягиваем карту. И вот так. Просто хочу посмотреть, сможет ли он как-то вообще здесь пробить. Ваш противник сдался. Понятное дело. Ну что же, великолепно все. У нас получилось, мы с тобой выиграли.
Давай попробуем еще разок. Но мне кажется, просто нам повезло здесь. Хочу, конечно, перейти на 27 ранг. Очень сильно хочу. Так, разместите 5 растений на линиях. Надо эти задания как-то повыполнять. Все-таки 30 гемов на дороге не валяются, согласись. Поиск соперника. Ну и кого мы вытянем с тобой? Угу, одинаковый ранг. Одинаковый ранг у нас. И это орех. Блин, не было печали. Кстати, вот это мы с тобой, наверное, оставим. Это мы с тобой оставим, потому что здесь 100% будут орехи. А этот у нас против орешков очень мило борется. Так, а это что у нас делает? Перемещение зомби и плюс один. Блин, ну бесполезно на самом деле. Скилл, магия вот эта вот. Сундучок, конечно, хорош. Но его надо использовать сразу же. Ну что там, соперник замечтался, что ли? Эй. Блин, только не говори, что ты вылетел. Ну, ё-моё. Да нет, он, наверное, сейчас проснется. Кстати, у нас в игре два человечка. Так, кто-то вроде предложил подраться, да? Все, ребята, мы с вами на халяву получили ранг. Не веришь? Сейчас увидишь. Просто переходим с тобой на 27 ранг. Благодаря вот этому вот человечку. Побольше бы таких людей. И я бы был бы всегда в топе. Ну что, попробуем. Не получилось у нас с тобой сразиться второй бой. Надеюсь, сейчас все будет иначе. Так, 29 ранг. Это уже что-то, ребята. 29 ранг, с ним не сбалуешь. И плюс у нас зеленая тень здесь. Вот это вот все пока меняем. Блин. Ну давай тут вот, ё-моё. Слушай, ранней игры нету. И, кстати, я не понял вот этой магии, что она делает. Разыгранные здесь зомби становятся надгробиями. При появлении зомби из надгробия на этой линии он получает плюс один. Все, я понял теперь. Я понял, ну что, давай тогда с тобой поставим, наверное. Я надеюсь, он не будет мне менять. Он же может это заменить, верно? Верно. Задумался. Так, секундочку. Рикошет. Зачем мне сейчас использовать рикошет? Я думаю, не стоит. Ну, что же нам сделать? Давай, наверное, вот так вот поставим с тобой сюда амфибию. Надеюсь, могилы едов у него нету. Опа. Хм. 4-2, блин. Ну мы только атаку с тобой, да, увеличиваем. А так в любом случае проигрываем, блин. Ай-яй-яй. Как нехорошо получилось. Хм. Я могу, например, сделать следующим образом. Поставить вот сюда. Заодно мы уничтожим с тобой, если что, вот этот вот, я не знаю, колокольчик, наверное, да? Смотри, что делать. На воду поставил. Угу. Значит, мы с тобой убираем кого? Вот этого, да, наверное? Давай уберем. Этого бомбанем. Блин, что-то как-то я плохо сыграл, если честно. Плохо сыграл, что-то у меня не клеится здесь. Игра. Давай попробуем с тобой вот так. Он же сейчас опять своего, да, котика этого водяного поставит. Опа. А вот это не есть гуд. Давай сюда бросим. Слушай, как бы нам попробовать его убрать? Сдуй, пожалуйста, его, сдуй его. Нет. Не тот издул. Сейчас бомбанет. Вот этого я и боялся. Ну что, давай сюда поставим. Ну офиг еще делать. Так, как бы мне его, блин, от него не избавиться. Понимаешь? Я не знаю, как быть. Ну давай вот так вот поставим, да?
Растение... Воу, нет, 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 нет. Это он сейчас 5 по всем рядам зарядит. Так он все меня уничтожит на следующем ходу. Вот что я тебе могу сказать. Блин. Как-то ты не вовремя появился. Все, нам крышка здесь, друзья. Сейчас звезданет, смотри. Офигеть, и против этой звезды у меня ничего не было, понимаешь? Ее надо, конечно, уничтожать. А как? У меня нету. Зря я сюда оставил эту амфибию, да? Вот дурачок, потому что. Ну ладно, давай попробуем еще разок сыграть. Да, амфибию, конечно, влепил на суши вместо воды и за это поплатился. Пропускаем пока. Бонг Чой ты поставил, да, значит? Пошел отсюда. Вот так вот. Блин, ну ничего не дают мне, а, нормального. Давай сюда поставим. Он будет сейчас ставить Бонг Чой сюда. Да мне не жалко, в принципе, этот сундук, если честно, ребят. Ну и Бонг Чой тоже не нанесет нам урон. Так, дальше кто у нас пойдет? Амфибия? Пойдет амфибия на воду. Что он там будет делать? Опа! Так. Что это, ребята, в последнее время мода пошла на колокольчики? Он хочет сюда поставить, верно? Чтобы растение усиливалось. Чтобы растение усиливалось, мы с тобой сделаем вот так. Ага. Конечно, конечно. Захотел чего. Я ж тебя уберу все равно. Наивный такой, да? Ну, спасибо тебе большое. А, вот ты как. Окей. Как скажешь. Так, этого убираем отсюда. Пацана. Уничтожаем этот колокольчик. Ну, а дальше... А что мы с тобой можем дальше сделать? Ага, замечательно. Но это делается на ландшафте. У нас ландшафта с тобой нету. Твою же налево. Ну, поставим сюда. Опять ты, а? Угу. Ладно. Так, давай вот так сделаем с тобой. Поехали. Блин, он все равно карту вытянет. Как ни крути. Но у нас с тобой есть... Вот этот вот парнишка. Мы уничтожим с тобой этот огурец. А нет, лучше, наверное, мы даже сделаем. Хотя. Давай уничтожим, фиг с ним. Тыкч. Единственное, что у нас с тобой карт практически не осталось. Вот это беда. Че у меня? Блин, он опять, еще один где-то. Где он его взял, а? Так, и чеснок тут. Твою налево, он сейчас будет себе набирать карты, а? Ладно, пускай берет, блин. Как там быть-то дальше, а? Ага, есть усы. Если что, заморозим его. Не получится, блин. Не получится, этот... Чертов патиссон забрал у меня всю энергию. Так, йети. Ну, если я его поставлю сюда. Что нам за карта? О, неплохо. Пропускаем ход. Да иди ты в пень, а. Ты серьезно, что ли? Еще и бонусную атаку наносит. Смотри, что творит, а. Чудило. Нет, 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 парень, тебя надо уничтожать, это явно. Давай-ка. Нам выпал король. Так офигели мне толку от этого короля. Жестко йети распинали. Короче, зомбобот у нас выходит следующим. Сносим с тобой всех. Ух, спасибо, повезло. Ну чё,
Выходит зомбобот у нас с тобой на поле боя. На тебе. Ну, естественно, он его сможет уничтожить. Вон у него колокольчик. Арбуз. Ё-моё, ты серьезно? Так, ладно, арбуз мы с тобой уничтожим. Правда, сами заморозимся. Этот прокачивается. Сколько там у него становится? Так, 8 урона, да, в лицо? Окей. Так, этот прокачивает, да, получается? Значит, что мы с тобой сделаем? А ничего. Пропустим ход. Ты спросишь, для чего, ребята? Я тебе скажу. У нас есть... Нет! Неужели это крышка? Да, друзья. На самом деле, я хотел применить стопу зомбобота. Вот эту вот. Она бы всех растений, которые находятся на земле, отправила бы ему в руку. Понимаешь? Но он меня опередил с этим орехом, поэтому... Ну, не фартануло. Блин, этот огурец, он меня нервирует, ты понимаешь? Он меня просто нервирует. Вот этот вот космический, вонючий, сраный огурец. Блин, мне его подбить нечем, ты понимаешь, в чем суть? Нечем его подбить было. Ну, что вы тут мне надавали, а? Ну, давай хотя бы так. Сейчас поиграем, если проигрываем, я меняю, ребят, персонажа на кого-нибудь другого. Сегодня поиграем разными персонажами, не только нашим разгромом, как мы обычно играем. Да что же с такой-то, а? Хм. Ну, я не знаю, нет смысла, наверное, замораживать. Пускай наносит урон, фиг с ним. Так. Ну, а здесь мы сделаем с тобой, конечно же, вот таким вот образом, потому что он будет ставить сюда. А это огурчик. Хе-хе-хе-хе-хе. Ему крышка. Этому огурцу крышка. Правда, он успеет вытянуть карту. Как ни крути. Ладно. Давай дальше. Мы сделаем с тобой вот так теперь. Посмотрим, что на этот раз. Ага. Ну, этого уберем, конечно же, отсюда. Что он тут делать будет? Вали. Так, атакуем. Бомбим. Так, нам нужно с тобой оставить заклинаху. Одну, да? Вот эту вот. Заморозка всех растений. Поэтому давай сделаем вот так. Ну и куда ты его сдвигаешь? Молодец-то какой, а? Блин, ты посмотри, что... Что у него есть-то, а, оказывается? Ну, я думаю, нет смысла, ребята, его уничтожать. Или есть все-таки? Да нету, наверное. Хотя, фиг с ним, давай заморозим. Чтобы урон просто не нанес нам. Так, ну что, Йети наш улетает. Я, наверное, пока ничего не буду ставить здесь. Пропустим ход. Я хочу просто посмотреть, что он будет выставлять. Ага. Ну, этого мы заморозим, парня. Так, этот пускай тут гуляет. Так, подожди-ка. Ну да. Этого мы заморозим. А этого отрикошетим. Все, да? Поехали. Так, что нам сделать? Он же его уничтожит, верно? Как пить дать уничтожит. А здесь мы ему растение 1-1 еще разместим. Но, в принципе, с одной стороны, это даже хорошо. Так, сделаем с тобой. И, наверное, я... Вот так. Хочу просто посмотреть, что он сделает.
Опа, меняет ландшафт, прикинь. Ну и куда ты его сдвигаешь? Ну, предположим, синтез еще. Блин, я ему еще и помогаю, да, получается? Ладно, поехали. Так, что у нас тут? Ну-ка, сдуй, сдуй вот этого. Е. Блин. Что там у тебя, а? Что ты там вытянул? Уничтожает зомби. Так, ну у нас с тобой маленькие голодранцы здесь появятся. Амфибия, да? Окей. Прекрасно, с одной стороны. Так, рикошет другого зомби при появлении. Так, мне не нравится вот здесь вот. Он что-то сделает, он 100% его уничтожит. Вот как пить дать уничтожит его, да? Ладно, давай сделаем с тобой тогда вот таким вот образом. Блин, ну... это не то. Вот как быть, а? Вот как быть-то, а, ребята? Давай-ка этого нафиг бомбанем. Сейчас уничтожит он, мне кажется, вот этого зомби и поставит сюда, но еще и усилит его, да? Ёпарасоте! Вот это жестко. Да, тут проиграли мы. Короче, ребят, не могу я заиграть за заморозга. Вот серьезно тебе говорю, не могу. Давай попробуем за кого-нибудь другого. Кто у нас там еще остался из героев? Нет, ну за него можно, только надо знать колоду, какую сделать правильную. Но у меня с картами беда. Давай попробуем за мозг-атаку, за профессора за этого. Пока у меня только за разгрома получается играть. Ну, единственное, что он хиляется. У него много карт на хил, да, и у него супер способность, да, его есть одна, которая дает нам 6 единиц здоровья. У мозг атаки такого нету. Но у него есть очень большой добор карт. То есть он добирает, добирает. И так можно очень много себе нахапать. Ага. Это убираем мы с тобой, и это убираем. Трындец. Опять у меня, у него нету ранней игры, что ли, получается? Так, это что у нас? Ага, размещает зомби. Пока мы с тобой придержим это дело. Пропускаем. Создает случайного зомби. Так, ну что, теперь пора. Наверное, начнем с этого. С космонавта, с нашего. Окей. А будет свой мину ставить или нет? Ага, вот так, наносит 3 единицы урона. Хм, ну не добил же. Ну ладно, предположим. Так, брать нам с тобой ключника или нет? Что скажешь? Давай-ка я возьму, наверное, ключника. А будем с тобой вытягивать по карте. То есть и враг, и я буду вытягивать. Виноградину ставит. Окей. А мы тогда уничтожим эту виноградину с тобой. Вот так вот сделаем с тобой. Кого он там? Колокольчик, ё-моё. Погнали. Так, давай по карте. Каждому, и мне, и ему. Как великолепно. Слушай, замечательные дают карты нам. Давай сюда поставим, наверное. И... так. Три, да? Давай три. Получается три энергии всего лишь. Можно поставить, но не буду. Не хочу. Ох ты, смотри, 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 что делает. На винограде не любишь, да? Жалко, что вот... жалко, что ему не досталось, а? Окей. О, отлично.
Ну что, наносит одну единицу урона растению. Так, у растения 0 во время этого хода. Давай вот так вот поставим. Пускай вызывает морячков. Ну, естественно, при нанесении урона. А я думаю, что он сделает ему урон. Ну давай, не спи. Курамихади. Вот так его увеличать. Курамихади. Так. Угу. Кого этот черника уничтожит мне? Ого, в лицо бомбанул. Так. Это все прокачивается, да? Ну что, у нас с тобой защита сработает на следующий ход. Опа. Если мы с тобой сейчас сделаем вот так вот. Нормуль. Так, погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Ну давай сюда поставим. Что он будет делать? У него, конечно, там в руке тоже карт «Будь здоров». Минами может тут обложиться. Да что хочешь делать? Но он и свои ягоды выставляет. Поблизости, да? Всех сносит. Окей. Так, а мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Поехали. Так, кого ягодка уничтожит? Лишь бы не этого. Нормуль, это терпимо. Так, ну что, эту мы с тобой уничтожим, чернику. А теперь сделаем вот так вот. Да ты запарил меня. Сколько ты там ягод-то этих нахапал, а? Скажи-ка мне на милость. Заморозка? Ну мы в любом случае успеем с тобой выставить. Ну и чё? И что ты думаешь? Давай-ка вот сюда, наверное, с тобой поставим. Вот так вот. Ну чё, поехали. Блин, лишь бы этого не уничтожили. Кого этот черника сейчас бомбануть может, а? Да серьезно, что ли? Так. Спасибо тебе большое. Забираем кучу карт. О, хорошие картишки. Хорошие картишки, я тебе скажу. Так, ну что, этот шут гороховый думает, что ему все можно. Как мне сделать лучше, а? Все беседы обладают способностью кровожадность. Ну, если я, например, сделаю его вот так. К примеру, а? Окей, дальше мы с тобой что можем сделать? Блин, сверху, сверху. Не получается. А ну, так. Давай, наверное, вот так сделаем. И вот так. Просто хочу посмотреть, что он будет делать. Оу, клубничка. Неужели у тебя фруктовая команда? Это будет плохо. Если у тебя фруктовая команда. То есть я имею в виду там клубника и все дела, да? А у меня здесь кто? Шут. Мне это совсем не нравится. О, когда же. Ты смотри, что творит. Прокачиваешь, да, гаденыш? Ну ладно, поехали. Жалко, конечно, что 4 в лицо получим. А возможно, даже и больше. Что он там? Это ты зря. Ты зря, парень. Ну что, клубника? Этот парень у нас... Ага. Наносит одну единицу урона всем. То есть мне невыгодно, да, чтобы он уничтожал. Так, выставляем с тобой вот этого. Бомби сюда. Так, уничтожили, да?
И сделаем с тобой, наверное. Слушай, заморозку, конечно, хотелось бы как-то применить. Ну, попробуем так сделать. Посмотрим, что он там сделает. У него есть мина, 100% тебе говорю. Он может ее поставить сюда. А может кого-то поставить вот сюда. И это клубника. Все, ребята, это кранты. Сейчас, если еще клубнику влепит, то будет больно. Но если он не прикроется, мы его распишем. Потому что 6 в лицо, это финиш ему будет. Вот, смотри, как делать. Прикрывает. Ну. И что дальше? Клубника, да? 3 и 4. Нам, по-моему, крышка, ребята. Ну, фруктовая команда. Была. Ох, слушай, нам повезло. Двух подтанцовщиков я размещаю. Так, как бы нам сделать-то с тобой, а? Как бы нам с тобой сделать? Давай, наверное, вот так вот замутим. И вот так. Ну, посмотрим. У него еще есть клубника. Ты понимаешь, у него клубничная команда. Я так и думал, что ягодный фруктовый этот микс. Нет, не надо в лицо-то. Жестко, ребята, жестко. Но я боролся до последнего. Я боролся до последнего. Этот, блин, клубничный микс. Я, наверное, еще, ребят, сыграю, потому что, ну, честно говоря, не особо понял. Чисто случайно ему повезло. Ну, давай ты быстрее. Ты знаешь, прекрасно, да? Мы с тобой играем вначале обычными, потому что вы просите, Рэй, типа, поменяй, сыграй разными этими. Играем, ребята, играем. Но потом я буду мстить. Я сяду за разгром, а я же буду их рвать там, как я не знаю кого. Ты понимаешь, да? От них просто клочья будут лететь, от всех. Так, ладно, поехали. У нас с тобой нету первого хода. Нет, есть вообще-то. Есть, друзья мои. Что-то я совсем заврался. Мы сейчас с тобой сделаем небольшой добор. О, Салина, кстати. У нас есть с тобой турбочист, которому мы можем поставить. Давай сюда его поставим. 3-2. Я думаю, ему не захочется получать в лицо, и он размещает... Ага. Эту штуку мы с тобой должны будем поменять. Должны будем поменять. А на кого? Давай вот, наверное, сюда этого влепим, да? Он будет прикрывать. Вот, попомни мои слова, он будет здесь прикрывать. Вот так вот я сделаю. Сейчас он будет кого-то впереди ставить сюда. Для того, чтобы этот подсолнух... А, вот даже как. Вот таким вот образом он решил. Уничтожает, да, гаденыш? Так, ну теперь зато подсолнух этот сзади находится. Что мы с тобой можем здесь замутить? Дай подумать хорошенько, что мы можем с тобой здесь замутить. За получение каждого мозга во время хода. Ну давай я сделаю вот так вот. Пускай он там что хочет делает. Ну, предположим. Подсолнухи свои лепит. И все? Куча подсолнухов? Зачем? Объясни-ка мне на милость. Что за бред? Так, давай вытягиваю карту. О, хорошая карта, кстати. Так, ты задолбал.
Ты что, так и будешь бомбить мне, эй? Ну да, походу дела он так и будет бомбить. Значит, мы с тобой сделаем следующий ход. Вот так вот я сделаю. Посмотрим, что он на это скажет. Ну, даже если он его уничтожит. А. Вот ты как. 3 в лицо, 6, да, получается? 8 даже. Хотя, погоди. Хотя, погоди, какие там 8? Давай-ка вот так вот сделаем. Призрак. Который получит... ну, давай вот это вот. Окей, здесь появись. Какое-нибудь хорошее растение, пожалуйста. Ой, растение. Во, вот это уже по-нашему. Да пускай он там хоть зажрется этой энергией. А мы с тобой следующее сделаем. Так. При получении, да, выбрасываем с тобой амфибию. Нам нужно сюда нанести урон. Я сделаю, наверное, вот так. И вот так. Просто хочу посмотреть, что... Ага, вытягивает карту. Пока терпимо, ребята, пока терпимо. Но он, видишь, карту выбирает себе. Больше ему некого поставить, да? Все, занято. А, вот как. Да что у него все с... Почему у него все с прочерком-то, я не могу понять. Две энергии. Ну и что мне эти две энергии дают? Я могу уничтожить этого. Получается 3, 5. Окей. Ну и что это мне даст? У меня нету хила. А 3 в лицо я получу. Ну, куда ты бросишь своего этого шитика? Сюда. Блин, у нас 3 хп всего лишь остается с тобой. Что мне здесь делать? На них, блин, целая куча подсолнухов. Без понятия. Я не знаю, что здесь делать. Ребят. Просто не знаю. Здесь проиграли, скорее всего. Ну, он пробьет, да, у меня сработает защита, и что? И все? И я потрачу там куда-нибудь, а тут двоечка у нас. Да какая двоечка? Тут все 4 урона прилетит в голову, прикинь? Все 4 урона, он... Нет. О, нифига, я не могу одного понять. Почему у него вот эти вот все растения были с... вот, с прочерком? Что он там сделал такого? О-хо-хо-хо-хо. Все, приплыли. А ну, если честно, вот такой вот колоды и команды я не видел. В первый раз вижу такую, ребят. Сейчас меня тут разберут. Видишь, а был бы разгром, я бы поставил сюда бы мумию, которая не дала бы здесь погибнуть. А у меня, кстати, а надо посмотреть, есть у меня мумия. Давай-ка мы разберем с тобой. Так, изменить. Разберем с тобой вообще нашу колоду. Что у нас тут есть и что мы можем взять. Вот это вот, например, удалить отсюда сразу же. Так, это пригодится. Этого убираем. Так, это все остается. Остается котелок, пускай будет. Так, давай-ка посмотрим, что у нас здесь с тобой есть еще. Да, если честно, особо карта и нету. Хороших именно. Понимаешь? Вот я не вижу. Есть вот этот вот. Что он там у нас? Информация. Что он делает? Плюс 1-1 при уничтожении зомби. Ну, к примеру. Плюс у нас есть с тобой ландшафт. 2 штуки. Вот этого, наверное, уберем отсюда. Тоже как бы не особо нужен. Это что делает у нас? Уничтожает... Ага, 4 или больше уничтожает растения. Давай добавим. Ну и все, наверное, как бы.
Что я еще могу здесь поставить? Не знаю. Так, что ты у нас делаешь? При разыгрывании карты танцующего зомби растения героя получает 2 единицы урона. Танцевальная эволюция получает призывая и способность мишень. Ну, на самом деле, не ахти. Просто не ахти. А ты что у нас делаешь? Это же ландшафт. Зомби здесь получает плюс 2. Так себе, да? Этих у меня 2. Ну, я не знаю, ребят, вот как бы вот так оставим, наверное, с тобой пока. Больше тут, ну, нечего просто делать. Добор не нужен. Вот куриц можно будет, конечно, еще взять. Взять куриц, что ли, нам? Давай возьмем, добавим. Поехали, еще разок. Видишь, нужно идеальную, как тебе сказать, комбу собрать и рулить ей. Пока я, можешь смеяться, нет, экспериментирую. Я экспериментирую, и это у нас с тобой, наверное, последний бой именно за мозг-атаку. Потом будем кого-нибудь другого брать. Ну, пока меня вот так устраивает. Бонг-чой, этот псих опять, а? Ну, давай пропустим с тобой. Вытягиваю 2 карты. Ладно, я поставлю ландшафт. Вот сюда вот. Пускай стоит. Угу. Пропускаем ход. Будет менять мне, интересно, или нет? Ага, вот он и раскололся. У него здесь двойной удар. Ну-ка, давай ставить сюда. Зомби. Амфибия. Угу. Давай вот так вот сделаю. Просто хочу, ребята, сделать добор карт себе. Не знаю, кого он будет сюда ставить. Оу. Хм, серьезная заявочка. Так, вытягиваем карту. Этого нужно уничтожать. Это не дело, ребят. У нас есть... А, вот. Вот его... Так, а на него сработает? Хм. Так. Да ладно. Что-то я немножко поспешил, получается, да? Так, мы карту с тобой возьмем же. О, даже как. Опять ему везет, просто везет, ребят. А мы карту с тобой не вытянули, вот и все. Ну давай вот так вот сделаю. И вот так. Что нам там за карта достанется? Ясно. Что он там будет делать? Ханорик этого, да, позвал? Сейчас этот будет 2 выстрела делать. Вот что я тебе скажу. Ну и что-то тут вылез клоун. Все это, конечно, хорошо, замечательно, но... Блин, да... Ну, добор мы взяли. Тыдыч. Бомбанул сразу же, да? Давай подумаем, что мы с тобой можем сделать. Так. Одного этого поставить? Или вот этого? Ну, давай вот так вот сделаем. Посмотрим, если он его уничтожит, то все, это кранты нам. Я, конечно, могу поставить сюда еще мышеловку эту. Мозголовку, точнее. Смотри, что чудит, а. О-хо-хо, специально это сделал, да? Ну, тут крышка нам. Не могу, ребята, играть за... Вот серьезно тебе говорю, не могу и все. Нет тех самых карт, которые мне нужны. Все, вот сейчас нас распишут, поверь мне.
Ну еще, ну вытянешь ты карту. Мне от нее ни холодно, ни жарко, если честно. Даже если под танцовщиков, все равно они сейчас они уничтожатся. Да-да-да-да. Офигею. Давай-ка, знаешь что, сыграем с тобой немножко за разгрома. Потому что я что-то задолбался проигрывать здесь, как этот, как фуфлыжник. Сейчас просто мы с тобой посмотрим. Где мой разгром? Так, я уже забыл, какую колоду набрать. Ладно, возьмем первую. Давай попробуем. У разгрома просто вот скиллы прикольные. У него хил, уничтожение карты, которая идет не выше 4. Ну и усилить он может одного из зомби. Так, по-моему, немножко не та, да? Ладно, фиг с ним, пускай остается как есть. Вот, видишь? Вот эта вот прикольная же карта. Так, зубы стезила. Какой там ранг? 34-й. Ну, серьезные ранги на самом деле. Так, пропускаем ход. Ну что, будем выставлять с тобой призрака или как? Давай я поставлю его вот сюда. Пускай стоит. Каши не просит. Но два в лицо тоже неприятно получить. А уничтожив его, я получу себе действительно хорошего при... Оу-оу-оу-оу-оу. Так, смятый, значит, да, чувак? Блин, я пока ничего не буду ставить. Я надеюсь, он не будет его прокачивать. Скорее всего, будет. Нет, не стал. Тогда убираем его отсюда. А может, он специально так сделал, да? Специально выжидал, чтобы я потратил. Мне кажется, метод-то у него еще есть. Ладно, мы это с тобой проверим. Так, вызываем... Наверное, лучше спортсмена вызовем, да? Так, неплохо. Давай вот сюда вот поставим. Смотрим. А что он там сделает сейчас? Ну, у него защита сработает, конечно, после удара. Даже этот сделает удар. О-о-о-о. Здесь нам с тобой поможет вот это вот. Вот так вот. Ненавижу этот огурец. Так, ну что ты там сейчас будешь уничтожать кого-то, да? Я ведь правильно тебя понимаю? С наименьшим здоровьем, наверное, вот этого. Оу. Восстанавливает 4 единицы здоровья. Ну, значит, явно не хилищая у него здесь команда. Потому что он не стал бы так тратить. Ну, а мы с тобой... Давай вызовем Йетти. Мне кажется, у него опять этот огурец в закромах. О, кстати, вот это неплохая карта. Это неплохая карта. Если он даже сюда поставит где-нибудь огурец, вот здесь особенно, да? Мы прокачаем наших зомби на... А, тут только по здоровью. Я думал, что на атаку идет. Тогда фигня. Ну и что, уничтожишь ты мне одного зомби? Доволен ты этим? Ой... Вот это ты зря, парень. Хотя, подожди, почему зря? Все не зря, ребята. Поехали. Атака. Атака. И еще одна атака. Блин, вот как мне теперь его уничтожить, а? Это хреново, на самом деле. Так. Окей. А дальше что, короля ставить? Ну, давай поставим короля. Ему, естественно, надо будет сейчас уничтожать короля. Иначе тут начнется такое, что... О, видишь? Уничтожил. О-о-о, еще и эти орехи. Блин, вот этот пойдет прокачиваться. На тебе. Блин, это будет 2-6. Блин, это будет 2-6. Как же мне его законтрить? Где мои... О, он еще и вытягивает две карты. Где мои эти шаманы с магией? Вот скажи мне, где они? О, слушай, нам повезло. Наверное.
Три мы с тобой должны оставить в любом случае, да? Давай, наверное, вот так вот сделаю. Опа. Если я сейчас потрачу, у меня не хватит, да, на аэрозоль. Придется пропустить. Да ты запарился своим этим. Хотя подожди, пускай остается так. Пускай остается так. У нас есть с тобой баллончик. Он. Хе-хе-хе-хе. Это тебе, парень, не поможет. Нормуль. Так, двигаемся. Ну, сколько у тебя там хп остается? Три? Три. Угу. Так, у нас валунчик есть с тобой. Давай вот так вот сделаем. Ай, красота. Смотрим. Ну давай, зубостезила. Хорош там ныкаться. У тебя всего лишь 3 хп. Нет, он специально тянет время. Ну, если что, у нас с тобой есть шар. Мы можем раздавить, если даже он мяту еще одну поставит. Он, кстати, неправильно сыграл. Если он хотел сыграть на мятах, ему не надо было ее выставлять в первых, вот, в первых рядах и в первую очередь, понимаешь? Ее надо где-то, когда она прикрыта чем-то. Когда ты можешь, если ставишь, например, мяту, да, чтобы ее не могли уничтожить сразу же. Как-то прикрыть ее. А он ее сразу выставил, и даже нечем ему защитить ее было. Поэтому он и проиграл. Я понял, короче, он сдался. Тянет время, короче, вышел из игры. В общем, все с тобой понятно. Ну, вот я тебе о чем говорю, что разгром — это разгром, ребят. Как вот ни крути, но он крут. Или же, я не знаю, или можешь сказать, что это чистое везение. Что вот мне везет именно за разгрома. Но мне почему-то кажется, что я просто привык за него играть, и я уже просто знаю, куда, что и как надо сделать. И какие карты я могу ожидать от него. Ну что, еще разочек, да? Может, попробуем с тобой до 28 ранга подняться. Ну, конечно, нам фиг дадут, но попытаться можно. Так, у нас с тобой каранит. Это морковь. Слушай, мне кажется, что колода, по-моему, не та. Не ареновская у меня. Блин, с морковкой, конечно, я еще, ребята, ни разу не выигрывал, если честно. А против нее очень тяжело мне играть. Не знаю почему, но тяжеловато. Так, ну что, давай подумаем. У нас есть шар, у нас есть призрак. Поставим призрака с тобой, ну а что? Вот, ты видишь? Ты видишь, что творит? Опять на мятах, да, чувак играет? Блин, сейчас 4-6. Ё-моё, это плохо. 4-6, как я могу? Блин, я не знаю. Ну давай сделаем так. Сейчас, наверное, как усилит эту мяту. И все. Фонарь поставил, ты посмотри. Ну давай хотя бы фонарь, что ли, уничтожим. Хотя бы так сделаем, блин. Фиг ли делать-то, ребят. Я знаю, что 8-12 сейчас будет у этой мяты. Не кисло, да, 8-12? На третьем-то ходу. А мне и поставить нечего. Просто вот нечего поставить, прикинь. Сейчас как 8 в лицо бабанет. О, мама, не горюй. Еще не легче. Но этого я могу давануть. Этого я, например, давану. Фиг с ним. Ну а с этим-то, блин. 6-10. У него еще и защита сработала. А у меня сработает защита, а? После выстрела мяты. Фиг там у меня что сработает. Ну и что это за хмырь? Что он делает? Просто переместил? Эх, зомбобот, зомбобот. Я не знаю, как нам с тобой здесь.
Да ну, бред какой-то. У меня вообще карт нету никаких. Ты прикинь, я ничего не могу сделать. Все, ребят, приплыли. Тут просто мне не фартануло. Посмотри, вообще ни одной карты нету. Все 6, 9, 7. И чё? И куда я с такими картами? Да нет, этого толку нету никакого вообще. Финиш называется, блин. Фартануло, блин. 24-40. Ну давай вот так сделаем. Да толку-то от этого, что я там поставил его. Сейчас он его возьмет и уничтожит, вот и все. Ладно, смотрим. Что он делает? А, ну он издевается, понятно. Побольше, да, чтобы у него было здесь урона. Я офигею, блин. Это же надо, блин, не было ничего против этой мяты, а? И знаешь, что меня интересует? Почему у него мята вышла сразу же, по-моему, 2-4, а не 1-2, как она должна выходить? С какого, блин, перепуга? Вот этого я не понял. Нет, 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 подожди, так дело не пойдет. Разгром проиграл, да, но... Я тебе сразу сказал, что против морковки я еще ни разу не выигрывал. Ну давай ты быстрее мне, блин, соперника ищи, ё-моё. 3 часа там думает что-то. Взять сейчас другого кого-нибудь, да, сразу же найдется противник. А там сидит. Блин, я же хотел колоду поменять. Ну, здесь, ребят, что-то вообще 8-го уровня, 8-го ранга мне дали. Хотя... Хотя фиг его знает, может тоже... Нет, ребят, конечно, не та колода. Вот такого шитика у меня не должно быть. Не должно быть, это совсем с другой оперы. Вот что я тебе скажу. Так, ладно, давай, поехали. Подсолнух ты, смеется он мне, да? Не стал ничего делать. Ладно, давай вызвать, наверное, сумоиста. Если что, будем притягивать к себе. Это понятное дело. О, смотри-ка, колокольчик. А что вообще делает этот колокольчик? Ничего. Да. Он прикрылся, да, типа им? Ладно, предположим, что он типа им прикрылся. Так, дальше мы с тобой выставим вот этого парня. Ну, что он будет делать? Наносит 3 единицы урона, да ради бога. Трать. Ну, конечно, вот этого. Все. Мы его уничтожаем. Дальше кого? Можно позвать Йети нам в помощь. Чтобы еще и карту получили. Но лучше вот этого поставим. Так будет лучше. Сейчас посмотрим, насколько умный чувак играет. Если он сейчас пропустит его. Все, понятно. Ну да, это... Так, это какой-то... нет, ребят. Далеко не глупец, все-таки понял, что надо здесь сделать. Но это зря, тоже зря, конечно. Мы его сейчас здесь немножко... Да я даже сказал, уничтожим его. Мы его уничтожим. Что он там будет делать, сейчас я не знаю. А, размещает 2 шампиньона. Ну, к примеру. А, вот ты как решил сделать. Слушай, ну тогда я лучше... А что я тут лучше? Ну, давай вот так вот. Давай так сделаем. Этого в любом случае мы с тобой на второй ход уничтожим. А эти 2 шампиньона бесевых. Так, с тобой оставляем, значит... Заклинашечку. Я пропускаю ход. Он, наверное, сейчас еще один гриб, скорее всего, вызовет. Мне кажется. Да, блин, я прав. Хорошо. Блин, только 2 и меньше. 2 и меньше. Ну, давай один уничтожим с тобой. Угу. Давай вот так сделаем. Фиг с ним. Так, получим 3 в лицо, да? Ну, предположим, пока у нас на равных с ним, ну, эти житухи. Давай, блин, надо было Йети не сюда ставить. А хотя, что я переживаю? Нет, нормуль, все нормуль, ребят. Давай смотреть дальше. У нас есть с тобой неуязвимка, если что. Че, он хочет их прокачать? Ага.
Блин, а смысл мне тогда? Хотя есть смысл. Йети не убьют. Так, у нас с тобой срабатывает защита. Это безумие. 6 в лицо получили. Ну, что у тебя там? Блин, мне нужно вот этого уничтожить, да? И хильнуться. Опа. Смотри-ка, не испугался? Интересно. Что же там у тебя такое в карманчике-то, а? Что у тебя там, парень, в кармане такое стоит? Скажи-ка мне на милость. Я сделаю вот так. И... пожалуй... и пожалуй... Блин. Я не знаю, или... Ладно, поехали. Давай вот так вот сделаем. Я рискнул. Да иди ты в пень. Ё-моё. 4 ребята в лицо, это же крышка нам. Понимаешь, к чему я говорю? Сейчас 4 в лицо, и мы с тобой проиграли. Хотя, подожди, он сейчас бросит. Сюда бросай, бросай сюда. Есть, живем еще. Еще живем с тобой тогда, мы, друг мой. Так, ну предположим. А дальше-то что нам делать с тобой? Ладно, этого мы, например... Блин, фигня получается. Прикинь, я ничего не могу сделать. Ладно, давай, наверное, сделаем с тобой следующим образом. Выставим сюда Йети, посмотрим, что нам за карту он вытянет. О, кошатница. Кошатницу мы поставим с тобой сюда. И поставим еще одного Йети. Ну да, поставим еще одного Йети. Ой-ой-ой. Короче, смотри, сейчас смотрим, если... если у него сейчас что-нибудь такое будет, что он сможет уничтожить любого, то нам крышка. Нету, да? Тогда мы с тобой живем. Бумс. На. Получи. Чистое везение, друзья мои. Чистое везение сейчас в данный момент у нас с тобой было. При появлении перемещает растение. А я, наверное, сделаю лучше вот так. Поехали. Просто хочется посмотреть. Колокольчик и стебелек. Колокольчик и стебелек. Ну, естественно, мы с тобой сделаем вот так вот. Поехали. Ну, тут победа. Трындец, ребята, просто... просто невероятно, какая была победа. Я думал, что нам крышка. Особенно, когда вот здесь вот он выставлял эти тыквы. Все, я думал, пиши пропало. Сейчас нас тут закочеврижат. Но нет. Просто у него не было никакой заклинахи. Понимаешь, если бы он почистил бы хотя бы одного в нашем ряду, там бы прилетело нам не кисло. Причем всего лишь 4, как говорится, урона нам надо было нанести. Но выстояли, слава богу. Ладно, давай попробуем дальше. 26 ранг. И это был, кстати, 8 ранга, чувачок. Я не знаю, где он там насмотрелся, наблатыкался. Ну, явно не нубас. Блин, я опять колоду не поменял, а? Я опять не поменял колоду. Ну, да чтоб тебе... Ой, все, ребят, ну это трындец. Вот, вот как только начинаешь нормально играть, набираешь рейтинг, все, начинается, блин. 6 в лицо получаем сразу, вот так, с лету. А у меня первый ход только вот трындец. Только от хила будет. Вы издеваетесь, что ли, вот сейчас надо мной? Ну, они издеваются. Ну что это такое? Мишень, блин, поставил, а? То есть, блин. Получаем в лицо с тобой, естественно. И сейчас опять мне, да? Да надо же, ё-моё. Выдали, спасибо вам большое.
Неожиданно прям. Ну, он сейчас кого... О, грибочек. Прокачиваешь, да, своего этого хмыреныша? Ну, прокачивай, прокачивай. На тебе. Так. Ну и что мы будем делать с тобой? Ой, будем лечиться, наверное, да? Так. Что, специально, что ли, блин, делаешь, а? Все у него смешения тут стоят, ты посмотри. Нашелся тут тоже делаш. Все смешения, да? У нас есть с тобой медик, если что. Ну, на худой конец, конечно же. Сумоист. Слушай, сумоист. Давай-ка мы с тобой сделаем, наверное... Сумоиста я поставлю сюда. А сюда поставим спортсмена. За два. За две энергии. Слушай, ну, в принципе... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, этого тогда подтянем сюда. От него надо избавляться. Четыре в лицо, кому это надо? Мне не надо. Этот все бомбит втихушку, а? Ну вот. Вот, уже лучше. Так, два и четыре. Шесть получается, да? Сделаем с тобой вот так. И... Наверное, короля все-таки я поставлю. Ну что, посмотрим, кого он будет уничтожать. Ой-ой-ой. 6-6. Ну ладно. Так, минус кактус. Но этого не уничтожим. Пока. Пока не уничтожим. Что я могу сделать? Так, 1 минус 1, да, получается у нас с тобой. 1 минус 1. Тут 5. Блин, 5 требует. Ладно, фиг с ним, давай сделаем так. Угу. Так, смотрим. Ё-моё. Да ладно. Твою же налево, что он творит, а? Так, защита срабатывает, надеюсь, да, у меня? Дай мне нужную. Не то. Немножко не то. Так, что нам с тобой сделать здесь? Я предлагаю, наверное... Я предлагаю сделать вот так. Ну и вот так. Поехали. Орех. Ха, и тут орех. Ну ладно, это последний, кстати, у него, которые были, орех и орех. Бомбит, гаденыш, а? Бомбит. Так, что у него здесь за карта, как ты думаешь? Что-то он сохранил там. А ну-ка давай Гаргантюа сюда поставим. Лишь бы не уничтожил. Чего? Да серьезно, что ли? Ого. Так, минус орех. Ага, мы не хильнулись. Хе-хе-хе. Спасибочки. Живем еще, ребята, живем. Все. Ух. Как прекрасен этот мир, полюбуйся. Просто вырвал, ребят. Вырвал эту победу. Так, ну давай вот еще одну победушку с тобой. И 28 ранг. Пожалуйста, ну, игра, ну, сделай мне доброе дело, а. Ну, не скидывай меня, а. Да ладно, опять морковка. Нет, ну, против морковки я не знаю. Я ни разу не выиграл, ребят. Я не могу, она меня бесит. Морковка меня это бесит. Давай от этого поменяем. Ой.
поменял. Опять у меня рука паршивая. Опять у меня самый первый ход начинается с трех энергии. Вот всегда начинается. У него всегда в руке вот эта вот амфибия. Всегда. Давай опять со своей мяты начни. Франческо, блин. Ну что, я только с третьего хода могу, ребята, что-то сделать, поставить вот этого зомби. А, нет, я могу даже вот этого зомби поставить. Ну, предположим, что там он? Смотри, что делает, а? Вот как будто знает, а? Твою же налево. Как будто знает, кто там должен стоять. Давай я сюда... Ой, тихо. Вот сюда йети поставим. Ой, давай-давай мне карту, хорошую карту вытяни. Пират. Ну ладно, пускай будет пират. Так, подтянет, да? Еще и шаманство сделает. Ну, я не знаю, что еще сказать. Нет слов у меня, вот и все. У меня нет слов. Давай поставим вот так вот сделаем. И вот так. Чего уничтожает надгробие? Значит, у тебя есть могилоеды, да? Да, это плохо. Он опять карты будет набирать, а? Хм. Блин, я чувствую, что у него опять есть могилоед. О, кстати, вот это неплохая карта. Что будешь делать? Нет, только, блин, не звезду. Ну, это я уже где-то видел, ребят. С этой звездой, чертова, сейчас будет бомбить. Давай вот так хотя бы сделаем. Прикроем нашего этого. Ну, а что остается делать? Больше ничего, ребят, сейчас звезданет. Ага. Вот как мне его теперь подбить? Хотя есть одна задумочка, ребят, есть. Ну, сработает ли она? Так, заморозка, да, при появлении. Заморозка растения. Фиг с ним, давай я сюда поставлю. Вот так вот сделаем. Сейчас могилоеда вызовет и все, и... Кранты. Нет, вот он как делает. Он взял карту. Ага. Заморозочку, пожалуйста, вот этому вот хмырю. Вот так вот. Поехали. Так, что у меня здесь? Блин, не то, конечно. Ну, фиг сделаешь. Так. Атака. Как мне этого теперь бомбануть? Через энергию? Ой, через улей? Через улей, да? Пятерочка он стоит. И три в запасике у нас с тобой есть. То есть я могу поставить пирата. Ну давай вот так вот сделаем. Хм. Оу-оу-оу-оу. Да блин! Сейчас серьезно, что ли, вот это вот все делаешь, а? Пять. Он звезданет, да? Две единицы урона всего лишь нанесет. Ну, как сказать, всего лишь. Не всего лишь, это довольно приличный урон будет. Так, короче, поехали. Сделаем с тобой так. Ну и, наверное, вот так вот. Погнали. Угу. Так, что он там сейчас вытянет? У нас есть мумия, но мне кажется, что здесь она меня не спасет.
Даже если я ее поставлю, он, гад, этим за счет этого растения выхилил себя просто, понимаешь? Ну что ты там обдумываешь, блин, размусоливаешь? Давай уже ходи, ё-моё. Шаман с двух приемов еще, блин, пипец. Я не знаю, это какой-то имба какая-то. Вот этот вот морковь это, блин, со своими скиллами дебильными просто-напросто. Ну давай я сделаю вот так вот. Что я еще могу сюда сделать, блин? Ну вот так поставить. Он сейчас сюда вот кого-нибудь влепит, вот просто вот сюда, вот и все, и тю-тю. Молодец, красавчик, я просто. Другого я и не ожидал. Все, всем в лицо, ребят, тут как ни крути нам крышка. Хоть мы и этого подобьем, ну... Трындец. Ну ты посмотри, сколько у него легенд было. Звезда это легенда. Этот чувак, я больше уверен, там в руке у него еще была целая куча. Если у тебя есть морковь, то, поверь мне, у тебя есть легендарные карты. Потому что морковка, она просто так не дается, ребят. Она, я не знаю, как она там дается. Она, по-моему, покупается в суперпаках, если я не ошибаюсь. Так что это донатер. Вот когда с донатерами, с чистыми встречаешься, ну это все, это жесть. Ладно, фиг с ним. Взбесил меня просто. Просто взбесил. Так, будем отрываться на пеньке. Блин, мы, наверное, с тобой уже час играем или больше. Ты уж пиши в комментариях, нравятся ли тебе такие длинные серии. Потому что я в эту игру как могу засесть. Там бывает по 5-6 часов, блин. Так, ну что ты там? У нас с тобой есть первый ход? Есть первый ход. Это вот наш киборг. И я все думаю, что не так? Мы же с тобой колоду. Естественно, ребят, я не той колодой еще играю. Она, в принципе, не особо отличается от моей ареновской. Но все-таки есть небольшие нюансы здесь. Так, подбил такой довольный. А у меня нет хода. Просто нету и все. Ну что ты там? Ой, смотри, как-то у нас тут появился. Мне даже нечем его атаковать. Прикинь? Дожили, блин. Мне нечем атаковать эту хлопенью. Давай, Йети. Буду тебя подставлять, так сказать. Оу, хорошую карту выдал. 9-9, жалко, конечно, что 8 энергии стоит. Так, он будет уничтожать мне Йети? Наверное, будет. Да иди ты. Да иди ты! Еще и плюс 4 к атаке. Ты серьезно, блин? Ты серьезно сейчас, а? Хмырь. Ну и что мы с тобой можем сделать на следующем ходу? Да ничего. 5 в лицо получим и будем довольны на этом. Значит, собираешь листики, да? Слушай, 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 слушай. Блин, а я не могу ничего сделать. Ху-ху-ху-ху. Давай охотника поставим. Он сейчас любого влепит. Да ты что, издеваешься, что ли, блин? Я не могу понять, а? Надо мной, блин. Трындец. Сейчас еще 6 в лицо получим. Че тут можно говорить? Вообще ничего не могу сделать. Просто ничегошеньки. Ну, вызвал Йети. Взяли курицу с тобой. Ну, хильнусь ей на 6 еще, к примеру. Какая-то жесть пошла, а. Вот надо вот... Он еще и двойной удар делает. Давай еще бонусную атаку. До кучи. А что и нет-то? Нет, парень, так дело не пойдет. Так, так этот мне пропишет сейчас 6 в лицо тогда, да, получается? Не это говно, так это влепит, блин. Давай что-нибудь путевое мне. Так, второй укус. И не то ты мне выдал, блин. Ну и что мы делаем с тобой здесь? При появлении перемещает растение.
Давай, блин. Перемещай. Кого? А нам какая разница, кого перемещать, ребят? Сейчас кого-нибудь сюда поставить все-таки, да? Да и... Ну, это все, это кобзда, ребят. А некого нам переместить, да, с тобой, Гаргантюа? Некого, блин, переместить нам с тобой. Херею просто. С какого нахрен перепуга они начали тут выпендриваться? Я не понял, ты растения, цветочки. Так, подожди, разгром. Давай-ка мне вот эту вот колоду. Все, погнали. Что за дела, я не понял, блин. В рейтинге уже просто просираем в наглую. Так, ну что, это уберем. Ой, нет, не то, ну. 4-7. Соперник вытягивает стартовые карты заново. Опять у меня с тобой нету первого хода, второго нету, только третий. Что-то не могу понять, у меня что, король во всех колодах? Блин, что, специально что ли, я не могу понять. Давай карту мне. Дали призрака. Не спасает ситуации, конечно. Ну а что поделаешь. Давай. Так вот. Будешь уничтожать меня или как? Или ты еще... А, наносит 3 урона, понятно. Ну все, парень, ты меня достал. О, у меня здесь ботаник есть. Ну-ка. Отлично просто. Ботаник, ребята, ботаник. Ага. У него там персик еще оказывается. Смотри. У него там персик. Я думаю, что где-то еще, наверное, есть персик. Мне так кажется. Давай я поставлю сюда спортсмена. Угу. И поставлю вот так вот. Просто хочу посмотреть, что будет. Оу. Как он вот это вот, я не могу, ребят, понять. Как он набирает 5-4, вот, за счет чего? Пипец. Так, ну что, мы с тобой хильнуться можем, да? Если что, хильнуться можем и переместить растение. А вообще-то лучше мы его, наверное, с тобой уничтожим к ядрене фени. Вот так вот. Прочерк, теперь, блин, с прочерком. Понятно, короче. Ну что, будем его, наверное... А, да, я буду его... Триндец, у меня не хватает, чтобы переместить. Я его хотел вот под это вот, сюда подставить. А, не выйдет. А, не выйдет. Ну, давай сделаем так с тобой. Безумку. Так, мы можем вот этого влепить. Верно? Или же... Ну давай короля поставим. 100% должен клюнуть он на короля. А... Ты серьезно? Ты вот это сейчас все серьезно делаешь? Давай его сюда перемещай мне. Так, нам дали медик с тобой. Это хорошо. Но 6 в лицо все-таки плохо, ребята. Блин. Не дай боже, у него сейчас удар будет по мне прямо. Мне нужно дожить до медика. Так, уничтожил, да, все-таки? Ну ладно, говнюк мелкий. Что, прокачался такой довольный, да? Теперь думаешь, все тебе можно, да? Хренушки тебе. Ставим медика. Так. И 3 энергии у нас с тобой, да? Оу, щит. Все растения у него с прочерком.
еще два шампиньона расставляет, а? Ну ладно, мы с тобой вот это вот... Да, вот этого вот так сделаем. Ну, давай, защита, срабатывай. Ну, если честно, не то, что я хотел. Ну ладно, фиг с ним. Положим. Так, у меня есть гаргантюашечка. Оу. Слушай-ка. 3,5. При появлении перемещает растение. Так, этого я бомбану, да? На 3. Тут 5. Ну, давай вот так вот сделаем. Просто хочется посмотреть. У него 3 карты. Так, сюда, 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 пожалуйста, перемещайся. Нет. Неужели еще? Слушай, а вот это он зря сделал. Смотри, что мы сейчас с тобой замутим. В плане, подожди, а почему? Перемещает растение. Да куда его переместить? Ну, давай сюда. К примеру. Слушай, я сейчас не болван ли был, а? Ладно, фиг с ним. Попробуем. Угу. Одно в лицо все-таки зарядит нам. Мне надо было вот этого вот дурачка-то смещать. А я не то сделал чуть-чуть. Хо-хо-хо-хо. Ну, предположим, я поставлю... Вот так. Пропускаем ход. Неужели у тебя фруктовый микс? Нет, ребят, никакого фруктового микса у него нету. И... Угу. Пока, родной. Ну что, поехали. Сейчас у него что-нибудь выпадет. Два в лицо, например, да? Этот удар солнечный. Он же не применял его, по-моему, пока, да? По-моему, не применял. Я тебе об этом и говорил, ребята. Воу. Слушай. Так это же... Это же круто. Нам повезло. Трындец, друзья мои. Как же мне сейчас фартануло. Ты сам прекрасно видел. Это что-то с чем-то было. У меня уже, знаешь что, если честно, уже нервы ни к черту. Давай, наверное, с тобой будем сегодня закругляться. Повоевали, конечно, от души. Я столько сегодня люлей повсклопотал, что мало не показалось мне. На этом закругляемся. Всем пока и до новых скорых видосиков. Удачи вам.